Магазин Remix представляет вам коврик самонадувающийся. Наконец-таки пришли одноместные. Все их так долго ждали. Положил специально линейку. Заявлено, что это коврик 201/76/10. По факту где-то 203 сантиметра. Вот начало, вот конец. Ширина. Вот начало, вот конец. Практически 80. Толщина. Заявлено 10, по факту почти 12. В комплекте идет стяжка, инструкция по клапану, сертификат, инструкция по коврику и чехол. Надувал его вот этим насосом, насос в комплекте не идет. Он двухсторонний, нижняя часть более темного цвета. В описании увидите ссылку на наше объявление и все параметры данного чудо-коврика. Всем хорошего дня!